Вот так все возвращается на круги своя. Волосы на голову. Магазин «Стеклорез строитель», что на Суворова 82, в нашу жизнь. А все почему? А потому что мы немножко начали понимать, что без стекла и дерева качественного жизнь наша теряет смысл. Ну, как мы можем жить, когда от непогоды нас спасает стекло? Как мы можем на себя глядеть и приводить себя в порядок, если у нас дома нет зеркала? Да, и ни одному нормальному человеку из гипсокартона не придет в голову делать баню. Все из дерева. Тем более, когда и дерево, и стекло, и зеркало, это сейчас очень доступно, если оно еще и сухое, правильное и не острое. Все это делают здесь. То есть дерево сушат, режут, пилят, делают из него различные профиля по вашему заказу. И все тоже делается из зеркала и из стекла. И, конечно, вам интересно посмотреть, а как это все? То есть, ну вот изготовление, допустим, круглого или овального зеркала. Давайте зайдем и посмотрим. Решение профессионально заниматься стеклом вполне объяснимо, и это традиционно. Из десятилетий в десятилетие здесь, на поселке Крылова, на улице Суворова, этим-то и занимались. И сегодня это искусство, отточенное годами. Мы намеренно поставили самую трудную задачу – выпилить круг и овал. И не думаю, что с этим справятся многие. Так же, как и с резкой каленого, а также цветного и фигурного стекла. А здесь справятся. Причем стекло вы выбираете тут же, из широчайшего ассортимента. Его мы вам показывать сегодня не будем, потому что на этом столе творится чудо, ранее для меня умом не понятое. Но круг еще куда ни шло. В «Лучшем мире» и отечественном сериале про Шерлока Холмса мы такой фокус видели. А вот овал. Или круче того, волна. Это как? Да вот так. И для этого и огромный опыт работы, и наличие, естественно, специализированного оборудования. И теперь оригинальный и чисто ваш дизайн квартиры, и это дело, с которым справятся специалисты магазина «Строитель Стеклорез». Справиться легко. Да, чуть не забыл. Края острыми оставлять тоже негоже. Правильнее и разумнее их здесь же и обработают. Таких приспособ дома, конечно же, не найти. Но вот здесь они и есть. Так что за любым стеклом и зеркалами дорога сюда. И, наверное, мы умеем делать то, чего не умеют другие. Это почему? Ну, мы делаем любые конфигурации. Я вот вижу за вами вот зеркало из трех частей. Это как? Это комбинированное зеркало. Все делается. Все для людей. А дизайн откуда берется? Из головы, что ли? Все дизайн берется по каталогам, из каталога. Ну и что люди придумывают, их полет фантазии. А сам что-нибудь такое делал, ну, чтобы все удивились? Делал много чего. Последний эксперимент — это этот заяц от Playboy. Когда доработаем и покажем? Время будет, будет готово, и будет и комбинировано, все сделано и наклеено на зеркале. Могут прийти и посмотреть чуть попозже. При этом это можно сделать любыми размерами, получается? Теоретически, да. Так, это уже интересней. Также мы можем порезать любое стекло, цветное. Да, любое, пожалуйста. Все, формат. Все, пожалуйста. Бабушка захотела вызвать вас. Ну, не может она стекло тащить, а где-то вот у нее тепличка лопнула. Да, пожалуйста. Данная услуга у нас есть. Приезжаем, вымеряем, устанавливаем. Все. Мы потихоньку отходим все-таки и возвращаемся от пластика к дереву и от пластика опять же к стеклу. По деньгам как это получается? Ну, все равно намного. Дерево уже зарекомендовало себя уже десятилетиями, а пластик как дальше поведет? Еще вопрос. А сколько у вас стоит стекло? Я имею в виду, смысл есть кататься по городу, что-то там придумывать, тем более некоторые не работают в субботу-воскресенье. Нет, ну пускай ради бога катайтесь, но все равно у нас дешевле стекло. Но если кто не верит, пожалуйста, сравните цены и опять приедете к нам. Свет, мой зеркальце, скажи, да, всю правду доложи. Я ли на свете всех умнее, волосатей, не седее? Это не зеркало правды, это зеркало, сделанное здесь, в магазине «Строитель Стеклорез». Вот она, голая правда. В смысле, не голая, а зеркальная правда. Видите, какое у нас крутое
навороченное зеркало. Ну, нормально все. Вот. Такие зеркала изготавливаются здесь. Ну, и правды ради, все-таки то, что в отражение попадает. Вот это человек, который вас снимает. А вот это улица Суворова. При детальном рассмотрении видно, что на улице Суворова в 6 часов вечера пробок нету. Ничего так, нормально, да? Магазин стройматериалов, к которому можно подъехать без пробок. Суворова 82, как раз между Ленинградской и Гагарина. Приезжаем и делаем ваш оригинальный дизайн из зеркала, стекла и натурального дерева. И это недорого. Видите, пибикало проехало. Правду я говорю. Зеркало, стекло и дерево победно возвращаются в нашу жизнь вместе с магазином «Строитель Стеклорез».